сколько стоит жизнь студента в Испании. Основная статья расходов – это аренда. Она может стартовать от 300 евро, если мы говорим об аренде комнаты, и до бесконечности. В Валенсии сейчас цены достаточно высокие, поэтому можно говорить о цене от 700 евро и выше за квартиру. Следующий пункт расходов – это коммунальные услуги. Они могут стартовать от 50 евро, если это аренда комнаты, и от 100 евро и выше, если это аренда квартиры. Все зависит от вашего потребления и компании, с которой вы работаете. Следующая статья расходов – это еда. Мы здесь втроем договорились, что примерно тратим около 200 евро в месяц, но, конечно, можно тратить и больше. Интересно, что в университете блюдо дня стоит 3 евро, а меню дня стоит 6 евро. Поэтому для студента вполне нормально питаться в обед не дома или даже вечером. И далее идет транспорт. В основном сейчас молодежь до 30 лет не тратит деньги на транспорт, потому что в Валенсии до 31 июля выдали бесплатные проездные. Это исключение. В основном на транспорт уходит около 50 евро, если мы берем автобусы и такси по надобности. Например, минимальная ставка такси 4 евро 50 копеек, а если ночной тариф, поездка может доходить и до 20 евро. Развлечения, одежда и все остальные пункты мы не учитываем в данном опросе. В нашем расчете минимальная стоимость жизни для студента от 550 евро. И до бесконечности, в зависимости от того, кто сколько тратит. Интересно, что минимальная заработная плата в Испании 1200 евро или 600 евро, если вы работаете пол рабочего дня. А сколько в месяц тратите вы?